Пешеходная зебра – не гарантия безопасного пересечения проезжей части. Этот факт в который раз подтвердило ДТП, произошедшее в воскресенье на одном из перекрестков в центре города. Подробности в следующем сюжете. В воскресенье около полудня на пересечении улиц Победы и Лермонтова не разминулись две легковушки. По словам сотрудников ГАИ, по Лермонтова со стороны набережной двигался «Лексус». Со стороны проспекта Маяковского на перекресток выезжал «Ситроэн». После столкновения французский автомобиль, пролетев метров 20, сбивает девушку. Она стояла на пешеходном переходе возле разделительного бордюра. Вследствие дорожно-транспортного происшествия в 5-ю городскую больницу была доставлена девушка 29 лет с переломами костей таза и сотрясением головного мозга. В тот же день через несколько часов на пересечении проспекта Ленина и улицы Гагарина столкнулись Рено и Ланос. Део уехал со стороны площади Пушкина, Рено ему навстречу. В ГАИ говорят, что водитель французского авто, не убедившись в безопасности маневра, попытался повернуть налево. В результате столкновения пассажирка Ланоса получила незначительные травмы.